Ловушка! Угадали! Катрина погибла из-за ваших жалких, дурацких выходок! А теперь и ваш черед. Еще не поздно, Виктор. Мы можем остановиться, пока ситуация не вышла из-под контроля. И тогда больше никто не умрет. Довольно! Мы все когда-нибудь умрем. Если бы Катрина отдала жизнь за воплощение нашей мечты, это была бы прекрасная жертва. Но она умерла ни за что! Вы умрете так. Прощайте, Том. Парни, я сам разберусь. Доктор, вы здесь? Я поклялся. Давайте-ка я вас представлю. Это мой помощник Лукас. Здрасте. Я много о вас слышал. А это Нак. В прошлый раз не было времени на хорошие манеры. Я очарован. Дорогая, прости меня за спешку, но миру вот-вот настанет конец. Нам нужно в шахту Трогдо. Поблизости нигде нет рабочего транспорта. Подойдет? Мой последний проект для Гандахара, до того, как я узнала правду о его планах. Он великолепен и отменное оружие. Оно нам пригодится. Но, доктор, есть проблема. Гоблины перед уходом все обчистили, нет реликтов для двигателя. Не вижу никаких проблем. Нак, будь так любезен. Доигрался. Thank you.
Приветище, это Нек, глава 13, часть 1, Ничья земля. Что ж, ты посмотри, там хранители викторовскую охрану разматывают. И, между прочим, нам сейчас придется... Ого-го, как они там дерутся мощно. Прикольно, я в сторонке просто постою, посмотрю. Че, все, размотались? Короче, нам теперь нужно за Виктором прибрать. А этот засранец все-таки... Ого-го, спокойно, как он вовремя щит поставил. Виктор все-таки открыл ворота, и ты видел, что с ним произошло. Скорее всего, его это око сожгло. Он погиб. А нам теперь расхлебывать за ним. Готов? Тут вроде ничего интересного нет, поэтому прыгаем вниз. Мне даже интересно... Ох, как хорошечно-то. Нормально. Вот это мне нравится. Вот это я люблю. Стоять и смотреть, как разматывает роботов и всю охрану Виктора. Мимо! Готов? Прыжок. Мимо! По жопе! Давай, ова, мимо! Выкусил. Такой большой. А так, отхватил по-детски. Ребят, там никто к вам не хочет прийти? Там какой-нибудь древний и навалять вам? Никто не хочет, видимо. Ладно, тогда приду я и наваляю я. Черт. Хорошо. И вот самый огромный древний, который ушатал наш самолет, я хочу с ним повстречаться. Поговорить с ним тет-а-тет. Лицом к лицу сказать. Ты че, обалдел, что ли? Ой, чуть не упал в пропасть. Случайненько. Здесь не тайник. Вот они. Хранители тут. Тусуются. Ай-яй-яй-яй-яй. Иголки. Ненавижу ваши иголки. Готов один. И второй готов. Я думаю, что мы уже идем к финалу. Эта серия последняя, финальная прям вот. Черт, я слишком поторопился, они могли бы друг друга ушатать. Ну, в принципе, он и так это сделал. Теперь вот я здесь. Теперь моя очередь, да? Отхватить у тебя. Или ты у меня отхватишь? Давай, Кинг-Конг. Сбирайся наверх. Тайники здесь могут быть, как думаешь? Наверное, о, спасибо. Спасибо, что пустили. Так, робот со щитом и два охранника, которые тоже стреляют какими-то своими пуколками. Сзади надо зайти за робота и все. Сейчас я это сделаю. Вот так вот ему, по спине. Ну чё, идем дальше? Во-во-во, давайте разбирайтесь там сами. Кто кого. Смотри, неужели сейчас робот его ушатает? Хотя... Нет. Я уж понадеялся, думал, робот красавчик. Но урон он нанес этому древнему. Своим лазером. Вот здесь не тайник случайно? А-а. Куда идем, Нек? Конечно, вниз. Парни. Здесь не тайник? О, вот как тайники выглядят. Все понятно. Расщелины в горах. И здесь у нас попадается, конечно же, красный рубиновый реликт. 5 из 15 я собрал. У меня комбо-счетчик 10 ударов показывает. Как бы не пропаниться сейчас и набрать бы побольше. А слушай, знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем вот что. Готов? Ое, 13 ударов. Я подрос значительно, и это хорошо. Вон там охрана, и что-то там реликт, по-моему, да, лежит? Огромный реликт. Ух ты. А это что такое? Блин, высасывалка реликтов, надо от нее бежать, щемиться. Щемимся, щемимся. Скорее. Нек, давай на своих двух как можно быстрее. А вы куда бежите? Давай, 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 прыгай. Фух. Фу-фу-фу. Иголочкин. Мимо, мимо. Ох, как хорошо-то. Пока все удачно идет. Куда мне дальше-то? Вот сюда, что ли, подниматься? Ага, точно. Непривычно, что стены открываются сами и не понимаешь, куда идти дальше. О, поворот.
Давай еще раз стрельни в чем-нибудь у меня. Поворот. Готов. Блин, двадцаточка. Комбо ударов 20 штук. Сейчас будет у меня, а я же хотел в прошлой серии 30 набрать. Отлично, они его ушатали. Теперь мой выход, да? Быстренько вот к тому подлететь бы. А, не успел, счетчик сбился. Да, надо было быть осторожным. Прям в душу кулак залетел. Ну, здесь у нас сейчас опять этот высасыватель, вон он прилетел. Вон их несколько! А что тут много-то? И ладно, я побегу. Сейчас, стой, подожди, я постою вот тут. Я пока постою, теперь бежим. Надо все по таймингу делать. Бежим. Здесь еще один, он крутит, заварится, ну ничего, мы сейчас вот тут вот так вот сделаем. Хлоба, я всех обч... Подожди, а тут могут быть тайники, в принципе, я думаю. В принципе, я думаю, или не могут быть тайники. Здесь нету? Ладно, фиг с ним. Приветики, парни. Че, кто кого? Вначале он с тем разберемся, давай. Ё-моё, да... Он так жестко аимит своими иглами большими, что к нему вообще не подобраться, даже в прыжке. Выкусил. Здесь стены поднялись. Их не опустить. Идем вниз. Надо ульты побольше набрать. Я чувствую, что сейчас финалочка будет мощная. Здорово, парни. А, вас двое, да? Я, конечно, могу... Могу... Один готов. Это будет немножечко сложновато, но, в принципе, реально. Один ушатан. И второй тоже ушатан. Это было изи. А тут у нас что за вояки стоят? Гренадеры. Ну, вас можно просто мимо пробежать. Да и все. Так, прежде чем туда подойти, я осмотрю здесь территорию. Вроде ничего нету. Интересно. Реликты! Здоровые реликты! Может их всосать? Или они их заминировали? О май гад, ты посмотри на это! Вот так. Я укрепился. Вот это можешь сломать? Нет. Нифига себе, я здоровый стал. Вот это я понимаю, броня. Ну правильно, сейчас финальный босс будет. Мне надо его как-то одолеть. И нужно набраться мощи. Бабах. Ой, нет, нет, нет. Фух. Увернулся от иглы, но упал во враг. Это так глупо и нелепо. Ну ничего. Поворот. Готов. Я просто не успел. Вот, теперь успел. В прошлый раз я не успел подбежать к нему. Так. Еще, да, значит? Чуть опять во враг не свалился. Парни, кавабунга. Вот это я понимаю. Роскошный мощный удар от гиганта Нека. С одной пухи тебя вынесу, да? Нет, не вынесу с одной пухи. Ну, со второй, ладно. Сколько здесь охраны древней этой. Так, я спрятаться хочу. Промахнулись, ребятки, промахнулись. А другой попал. Готов? Нет, не готов еще. Ай-яй-яй. Да что ж ты будешь делать-то? Ох, как меня размотали тут-то. Идите, кулачить на те. Поторопился. Тут я поторопился, ничего другого не скажешь. Че, карабкаемся наверх. Здорово, пока все успешно. О, реликты здесь есть. А, в этих столбах есть огромные реликты, все понятно. Вот эти вот красные светящиеся столбы. Здорово, ребятки. Поворот. Ах, ты на эту волну прям приземлился, Нек. Ну как же так? Готов. Какие тут подъемные механизмы странные. Ха, он улетел просто, я его скинул. Это хорошо. Это замечательно.
Давай я тут постою, пока он там разматывает своими иголками этих гренадерчиков. Ну же! Че, неужели они его сейчас закидают? Давай! Иглкин! Они его ушатали, прикинь. Ха. А я думал, он намного мощнее, чем они. Подхилились, здорово. Опаньки. Пошел вон. Они такие маленькие по сравнению со мной. Это вообще. Это вообще. Ах ты ж. Ладно, одного скинул. И этот ему щит даже не помог. Я его пробил просто. Че, куда мне дальше? Во! Вот эти здоровые хранители. Но тот, который сбил корабль, это тот еще мощнее был, чем вот этот вот. Как он его отфутболил, как футбольный мячик. Пнул по нему. У меня фиолетовый рог мощный. Смотри, может я рогами смогу? Вау! А че меня никто не предупредил, что нужно бить? Вот это да. Так, подожди, давай прыжок сделаем. Прыжок. Вот. Черт! Все, я понял. Прыжок. Получается 3, 6 ударов нужно нанести им. Когда я в этой форме, окей. Я понял. А тут, кстати, тайников нету? Случайно как-то. А то я всего один только нашел. Видимо, я где-то пробежал их. Хорошо. Потом почитай комменты, вы же мне напишите обязательно, да? Я все комменты читаю, когда я что-то пропускаю. И потом все это нахожу. О, давайте разбирайтесь сами. Одно гри... О! Не, гренадерщики против вот этих вот... Это бесполезно вообще. Есть. Чё-то мне, походу, не туда. Залезть куда-то? А, вот сюда, может, нет. Может, по этой штуке залезть? Нет. А как мне здесь? Он что-то туда не хочет прыгать-то. Видимо, что-то заглючило, может, или что? Вот это сломать? А, просто сломать нужно было. Ого. Вот это я затупил. Не-не-не. Не-не. А вот теперь я. Давай, хлопай. Отлично. С трех ударов вообще его вынес. Видимо, его покоцали роботы как-то или еще что, я не знаю. Так, стой, здесь тайнички есть? Тайники, тайники. Нету, вроде ничего не вижу. Гренадерчик. Вот и все. Нету больше гренадерчика. Вы, учитывая мои размеры, здесь реально набрать комбо. Очки 30 штук. Вон еще, кстати, реликты. Давай, хватай их. Угу. Это ломаем. Крушить. Обожаю крушить. Снова здоровяк. Так, а что если я сделаю вот так вот, слушай. Ох, нифига себе, ты видел? Суперудары преобразились. Как новые реликты и новые, как бы, спецэффекты от моих ульт. Слушай, а вот тут ничего сломать нельзя? Вроде ничего нельзя. Ну ладно. Надо сейчас будет еще ульту где-нибудь попробовать узануть. Ай, давай. Ломай горы. Они слишком для нас тесные. Либо я слишком жирненький. Тут ничего не ломается. Я сверху слышу опять. Реликтоид, приз получен. Это, видимо, достижение за мой рост. Я сейчас очень большой. Давай, ультуй. Мой выход. Черт, надо было. Ну, я его, по крайней мере... А, второй вылез. Черт, вот это не круто. Давай я так сделаю. Вот и все. Ульта спасла жизнь мне. О, ребятки, вы здесь? Привет. Посмотрите на меня, какой крутой. Понятно, что за великая опасность была на фреске. Да. Не исключено, что это и есть конец света. Трансформация уже началась. Как это остановить? В центре возмущения находится огромная сфера. Сломай ее. Это может остановить процесс. Большая сфера. Понял. Нек! Удачи. Не волнуйтесь, доктор. Вы сами говорили. Я ваше лучшее творение. Ну и глава 13, часть 2. Больше и лучшее. Ну то есть, я и так уже большой. Здорово, парни. Растоптал их, как муравьев.
Так, а здесь может быть что-нибудь интересненькое у нас быть? А, походу нет. Тут стены просто, ну, вот эти вот горы, они слишком маленькие для меня, я в них не влезу, чтобы тайники собрать. А уменьшиться я сейчас не могу. Здорово, вы что, боитесь меня? Ох ты, как я его прям... Стой, куда ты побежал? Убежал все-таки. Я размером почти с этих вот хранителей. Давай, еще удар. Угу. Бамбалейда. Выкусил. Кстати, у них янтарина есть на спинах, а почему они не восполняют мне ХП и ульту, непонятно, когда я уничтожаю этих хранителей. Воу, робот, ты чё? Совсем попутал? Я думал, робот меня забоится и не полетит на меня, а он какой-то дерзкий оказался. Чё, ой? Там у нас древний, вон. Все пытаются меня раскуролесить, да? Черт, иголка. Ай-яй-яй. Вот так вот вам. Думаете, так легко со мной справитесь? Да шиш вам. Где-то есть реликты? А, вон они лежат. Че, ультануть что ли? Давай ультанем. Парни, подойдите поближе. Теперь моя ульта. Вот и все. Они живы. Готов. Да. Как-то странно. Вот ульта, которая шариком реликтовым кидается, она быстрее убивает этих противников. То есть с одного удара. А вот ульта волной, которая, она что-то как-то не готова их убивать с первого раза. Это странно. Здорово, парни. И пока. Вот это забираем. Ой, нет, вот эти кольца, я их ненавижу. Мне нужно как-то их оббежать. Вот так вот сделаю, да, по красоте, и все. Ага! Туда не так-то просто. Че, мне их сломать нужно, походу, да? Давай попробуем. А, точно, сломать. Один заслон открылся, подожди. Тут такие высокие горы. Но нет. Не прокатило. Понятно. Видимо, что-то я где-то упускаю. Не все вижу. Так, парни. О, сдохли, парни. До того не достал. Прям в него давай. Оп. Ультуй. Готов. Не успел. Мой кулак достал тебя. Быстрей. Тут ничего. Платформы. Ой-ой-ой. Так, тут немножечко будет сложновато. Наверное. Сейчас нужно прыгнуть, вот, когда они двигаются. И здесь. Ничего сложного, все просто. Прыжок веры и... Обосрался я. Понятно. Там надо было просто подождать немножечко еще. Тут сейчас выезжать будет, вот она выезжает, и я такой... Опа! Вот как надо было. Оу! Может, я по ней просто ударю, и все. О, мои милые старые друганы. С них реликты можно подсосать. Или нельзя в этот раз. Не знаю, чуть не дали мне реликтов с них. Совсем оборзели? Тут такие сложности. А мне ХП нужно где-то брать. Все выше и выше и выше. О, спасибо. Спасибо. Направо. Вот так вот. Ох, как вас тут много. Готов. И последний. Вот эта штука, это молот или это просто открылись двери? Да, это просто открылись двери. Хорошо. Пока все отлично. Че, нам до ока далеко еще или нет? Молнии там сверкает. Какие тут размеры, конечно, бешеные. Сразу же кулаком просто размахивай, и все. А, все равно задевает. Вот так вот. Горочка! Юху! Парни, как насчет
вот этой штуки. Давай проверим эту ульту. Ну да, это ульта, она намного... Хотя тот живой еще. Ничего себе. Сейчас я подхилюсь, дружок. Задел. Не страшно. Тут, кстати, такие высокие горы. Вот тут вот может что-нибудь и спрятано быть. Но нет. Ничего не спрятали. Отхиливаемся. Они просто смотрят в небо такие, блин, ты такой большой. Вот это забираем. Здорово, Чунга-Чанга. Восемь ударов. И последний картоп. Там что-то интересно, какие-то звуки такие. Ох-ох-ох. Вся земля задрогается. Глава 13, часть 3. Горная тропа. И глаз смотрит на меня. Он прям предвкушает, как я к нему поднимусь, и он мне наваляет, походу. Ему просто стоит на меня посмотреть. А я не знал, что вы умеете вот эти штуки пускать, кстати. Ха-ха, как я хитро сделал. Ничего, я сейчас поднимусь к вам. Не переживайте, парни. Они даже ничего не успевают делать. Я настолько крупненький. Так, а тут тайников никаких. Может, сломать что можно? Не в тех местах я ищу тайники, походу, да? Реликтики еще. Спасибо. Ты посмотри, я на индейца какого-то похож. Да? Что-то с этим связано. На древнего даже, я бы сказал, похож. Они тоже в таких же каких-то формах. Так. Это я заберу. Ну все, тут только одни вот такие древние должны мне попадаться, потому что... Ну а другие противники, они мне вообще ничего не сделают. О, какая ты здоровая. Какая-то крупная. Вон там ядро, можно его забронить? Нельзя. Ничего себе, щупальцы такие гигантские. Я думал, что меня тут уже ничем не удивить, но тут теперь еще и ловушки гигантские. Понятно. Все под мой размерчик. Это око видит, что я гигант, и типа, давай-ка мы ему побольше сделаем препятствий. Та-та-та-та-та-та. Спокойно, ребятки. 22 удара. Я должен побить свой рекорд. Сейчас вот это легче всего сделать, когда мне никто ничего не может. Ну вот не допрыгнул. Надо было просто вот так вот сделать. Ну куда ты туда-то прям? Мне уже терять, в принципе, нечего. Все равно все комбо-удары бросились. Так, а подожди, стой. Это же трещина, нет? Показалось, что там есть тайник. А нет. Короче, вот когда ты большой, есть определенный минус. Сложно проходить ловушки. Картоп. Здесь нет тайника. Спасибо за реликты. Че, взбираться на гору? Прыгай и ползи, как Спайдермен. Сработает. Нифига себе, ты гений. Откуда... Как ты понял? Да, это было очень рискованно, но он сумел. Ты посмотри на эти огромные реликты. Я по сравнению с ними... Ой. Я такой мелкаш по сравнению с ними. То есть ты можешь сейчас понять, каких размеров я был. А, они мои реликты ломают. Я их думал собрать обратно. Черт подери. Давай быстрее беги. А то мы тут сейчас подохнем. Оп.
И вот опять-таки, видишь, в катсцене я сделал вот такую вот фигню, ну, мостик. При помощи своих способностей. И как оказалось, в игре таких способностей у нас нет. Управлять реликтами издалека. Вот, допустим, взять вот этот один реликт, квадратик, да, и просто как запустить его, как этого, как дрона, да, чтобы он там уничтожал всех. Квадратику сказал, лети вон тому в бошку. И квадратик полетел и уничтожил солдата Виктора. Это же круто. А что так быстро-то? Я вроде бежал, даже не останавливался. Либо просто хотя бы реликтами метать противников. Мне как раз не хватало дальних атак. Ну, в этот раз... Странно, я в прошлый раз так же бежал, но меня как-то сцапали. Нек, собери обратно реликты, пожалуйста. Возьми их. Да, красавчик, молодец. Я снова большой. Да, понятно, понятно. Это око закрывает проход к себе. Оно засцало. Привет, парни. Чё вы так на меня смотрите? Чё-то как-то один раз мусолил. Вот это, походу, не сработало на него что-то. Так. Подожди-ка. Нет, там ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Во-во-во-во. Последний. А нет, три удара, прикинь, ему нанес в этот раз. Ох, как я ненавижу эту фигню. Ну, тут вот так вот можно было обойти, да? Чем мы воспользовались? О, парни, парни. Здорово. Здоровенько. Готово. Еще реликтов дали. Обалдеть. А туда можно сходить? Там вон видно, что что-то есть прозрачное. Ну, видно через щели, что что-то там есть. Но туда не пройти. Нельзя пробить. Окей. Я уже задолбался по всем стенкам бить. А, кстати, вот это вот тут вот, что-то можно, нет? А-а. Может, под финал реально тут нет тайников? Их специально не сделали. Блин. Ты посмотри, какие древние маленькие теперь. По сравнению со мной. И вот эти штуки, они теперь еще меньше стали. Я так отожрался. Ну что, будете что-нибудь делать, нет? Она стрелять собралась? А, сдохла. Она просто взяла и сдохла. Еще реликтики. Ой-ой-ой-ой-ой. Я таким крупным никогда не был. Глава 13, часть 4. Последний страж. Ну, Ока, кого ты сейчас против меня выставишь? Вот он, этот страж, который сбил самолет. Ну, давай посмотрим, на что ты способен. Так, дальние атаки, да? Может, и я дальними тогда? На тебе. Готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, запрыгивай. А куда он делся-то? А, он свалил. Как обычно это бывает с боссами. Они все куда-то щемятся от меня после первого удара. Где-то тут, смотри, какая-то задумка есть. Запрыгиваем. А, вот ты появился, да? Я забыл про эти кристаллы. Забыл про кристаллы. А как? А, надо было вниз прыгнуть просто. Ну ладно, давай попробуем. Типа, сюда можно, да, спрыгивать? Ну да, можно. Допустим. Побежали. Да просто! Прям в них появился. Сейчас он кинет какую-то фигню. Бомбочки.
Я сейчас поближе к тебе подойду, подожди. А-а-а, щит. Нифига себе, нифига себе. Вот это интересный босс, слушай. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Я понял твои фишки. Ну давай, парниш, все, я собран. По максимуму. Сейчас я точно тебя вывезу. Хотя я уверен, что мы сейчас его ударим, он опять от нас бежит. Поближе к оку. Убегаем от лазеров. Там не достанет нас этот лазер. А то тут пора сваливать. Вот так вот. Сейчас я поближе к тебе подойду, не переживай. Черт, не получилось. Был шанс, но походу он все равно не дает возможности его подбить, подударить. Так, достал свою куколку. Ну чё? Вот момент есть, он ударил. Блин, я даже не знаю, как к нему подлезть-то. Еще и мины эти. Есть! Получилось. О, какой ты кровавый. Слушай, а может быть это Виктор? Хотя не, навряд ли. Как-то быстро я с ним расправился, слушай. Ну, я думаю, что он еще вернется. Не так-то просто убить этого чудика. Че, ты ничего не сделаешь, нет? Пошел вон тогда. Размотали те. Че, думаете, я вас не достану? Ну да, я вас не достану. Слишком высоко. Они теперь щемятся, они меня боятся просто. Только вот эти щупальцы на меня нападают. А эти, смотри, назад отходят. Готово. Тут будет кто-нибудь меня ждать? Ага. Щупальцы. Дверь какая. Какая дверь. Прям для меня. Я внутрь вхожу. Ура! Че внутри? А тут как бы ничего интересного, походу. Но побывал внутри и хватит. Давай на улицу. Здорово, Ока. Блин, оно здоровое, конечно. А вот и этот еще вылез. Нифига себе, какой ты крутой. Ну, так, о, он присасывает к себе. Он выбил меня из этой фигни. Да ты крут. И что мне делать? Только не говори, что он сейчас сосет все реликты. Вах. Вах, 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 ха-ха. Обалдеть. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не старайся, сопротивляйся, но не получается. Что не получается? Странно, конечно, что он выбивает меня с реликтов, но не со всех. Только с древних реликтов идем выбивает. Так, увернулись. В эту сторону. Ага, отлично. Может поближе к нему подойти, попробовать реликты обратно забрать? Это, конечно, будет сложно, но у меня, походу, других вариантов-то ошибка-то и нет. Смотри, засранец, что делает? Давай, Нек, давай, 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 бежим, 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 бежим. Близко уже, близко уже. Пока я до этих реликтов добегу, он меня уже 100-500 раз убьет. Сложновато как-то. Ну, а как ты хотел? Финальный босс, конечно, будет сложно. Давай, стреляй. Ворот. Прям под конец надо уворачиваться. Вот.
либо вперед наоборот попробовать, слушай. Достал все-таки. Чем ближе к нему подходишь, тем это... Тем больше вероятность, что он тебя по тебе достанет. Давай, Нек, ну вот же, вот же, вот же, вот же. Ну, всасывай их обратно. Вот, отлично, отлично. Так, ну сейчас вот этот меч-то я выбью, наверное, у него. Смогу. Давай, бей по полу. И вот я подбегаю. Но! Чёртова эта фигня снизу. Убегаем. Теперь надо отсидеться как-то от его этих лучей с полу. Черт. Ай-я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 й. Это вообще жесть. Что тут происходит? Что происходит-то, а? Ты остановишься когда-нибудь? Мне тебя когда бить-то? Вот, у него спала она. Да, Снэк! У нас был момент. А, все понятно. Все понятно. Давай, побежали. Ой, ёпарасоте. Жестко, очень жестко. Но этих-то я не вшатаю. Нужно как-то оббегать их. Их нужно как-то оббегать. А вот они за камерой сейчас. И как вот я должен их видеть, когда они там удары какие-то делают, а? Как я должен это заметить? О, отлично. Прыжок. Ха! Он сам их и уничтожил. Давай, ударь, 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 ударь. Удар, удар, комбо. Есть, и вот он я. Вот он я, к тебе подхожу. Получил. Так, я выбил с него броню. Нек, новичок, приз получен. Я сломал ему это око. Значок стража, приз получен. Я победил его. Подождите, а верните... Куда реликты? Вернитесь обратно, вы что? Пойдемте домой. Да. Скорее бы все снова стало как прежде. Сынок, боюсь, все уже никогда не будет как прежде. Давай, Лок. Пойдем. Полегче, мяк. Пол моста сломал своей башкой. Ирония в том, что величайшая угроза миру исходила изнутри. А теперь я с радостью хочу поблагодарить троицу наших героев за предотвращение ужасной трагедии. А где Райдер? Спасибо, Нек. Спасибо вам. Доктор? Можно? Хочу поблагодарить Нека за огромный, можно сказать, гигантский вклад в наше дело. Но отдельно я хочу поблагодарить нашего младшего героя за его мудрость и дальновидность. Если бы не он, мы сгинули бы навеки, применив ключ.
Спасибо, Лукас. И давайте вместе почтим память Райдера, который ради нашего спасения пожертвовал жизнью. Мы с тобой, Райдер. Где бы ты ни был. Да нет, я думал, он выбрался все-таки с вулкана. Че, он погиб, что ли? Капец, такой мужик крутой был. Но я же говорил, он выживет. Еще и девчонку себе нашел. Ну вот, собственно, и все. Титры пошли. Может, что-нибудь еще покажете? Или мы будем смотреть на уходящего вдаль Райдера? Да, походу это так. Смотрим на вдаль уходящего Райдера. Ну что ж, это был NEC, первая часть. И как и многие просили в комментариях поиграть во вторую часть, мы обязательно в нее поиграем. Но чуть позже. Ну а на этом все, спасибо, что смотрел, не забывай ставить лайк под видео, подписываться, если ты еще не подписан, также на Яндекс.Дзен подписывайся, ссылочки будут в описании. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Также до встречи!